2014 году ушли отсюда военные, то есть когда договорились, что мы разделяем острова с Китаем. Здесь когда-то жили офицеры и их жены. До границы здесь, я скажу, всего 1200 метров. На многих картах китайских, большой уссурийский, весь нарисован китайский. Даже если сейчас вот открыть, то у них сервис, как вот Google Maps там, или Яндекс, у них вот этот Baidu, там большой уссурийский обозначен весь их. То есть это топографическая экспансия есть. Китайцы приезжают, отдыхают на берегу. Подходит ко мне китаец и говорит: сиди, рыбачь, скоро я тут буду рыбачить. Что я ему могла сказать? Я говорю: ну давай садись. Нет, я попозже. Потому что у нас все брошено. У нас же сколько земель пустует. Увидела в интернете, что у нас тут медпункт есть. А его еще не стало с 13-го года. Как утонул, так больше его и не восстанавливали. Вот сидит наш Путин и ну такие хорошие слова говорит. Ну такое вот прям все хорошее. А никто ничего не делает. Пожалуйста. Что-то случается, звоню в МЧС. Не штаты сотрудники МЧС они меня прозвали. Они мне выдали вот лекарства. Да. Вот тонометр, кому-то надо, я уколы ставлю. Едешь по нашему берегу, и потом начинается китайский. У них даже он выложен уже, вот все сделано, чтобы он не обсыпался. Вот и сколько там настроено. Вот. Как они быстро все, а наши что-то я не знаю. Руки помыли.